этом году сразу три столичные школы, 17-я, 36-я и 39-я, стали обладателями гранта Минпросвещения России. Общая сумма средств, выделенных на развитие общеобразовательных учреждений, 3 миллиона рублей. На что их потратят, в нашем сюжете. Название гранта говорит само за себя. От школы к профессионалам будущего. По такой схеме теперь будут готовить учеников школы 36. Предмет технологии здесь намерены преподавать по стандартам WorldSkills Russia. В настоящее время мы заключили договора о сетевом взаимодействии с учреждениями среднего профессионального образования. Это Чебоксарским техникумом технологии питания и коммерции и Чебоксарским профессиональным колледжем имени Никольского. Второе, что мы планируем сделать, это перейти на модульный принцип обучения. То есть каждый ученик выбирает то направление или модуль технологической подготовки, который он будет изучать в сетевой форме. Эксперты-профессионалы будут анализировать каждый проект. Критерии весьма жесткие. Будущие рабочие должны владеть азами мастерства. Для этого нужно современное оборудование. Грантовые средства будут направлены на закупку 3D-принтеров и сканеров, планшетов, а также на программное обеспечение и приобретение специализированной литературы. Учиться будут и преподаватели. Научить наших педагогов и развить у них эти необходимые качества мы на базе Центра мониторинга развития образования администрации города Чебоксары создали непосредственно свой центр для подготовки педагогов. Они проводят консультации, они приглашают педагогов из других городов, из Москвы. Такие проекты открывают ученикам окно в мир профессий. Современные производства нуждаются в компетентных рабочих. Мария Федорова, Павел Иритков, Республика.